У нас наконец-то хорошая погода сегодня, и мы решили устроить тир. Опасный нерв. Давай, стреляй. О! Привет, Димон. Привет. Дай пять. Сёба, привет. Как дела у вас? Хорошо. Все нормально? Да. И что у нас тут сегодня происходит? Тир. У нас сегодня тир? Да. У нас наконец-то хорошая погода сегодня. И мы решили устроить тир. Но тир не простой, а из нерфов, да? Да. Но опять-таки не просто из нерфов. Нерф это у всех есть. А у нас опасный нерф. Вот такие вот патронки. Есть у кого-нибудь такие интересные, кроме нас, или нет? А? Это очень опасно, поэтому можно делать только под присмотром взрослых. Да, Димон? Да. Да, ну, для того, чтобы этот тир был настоящим тиром, нам нужны какие-то цели, да? Какие-то мишени. А может быть, нашими мишенями будет Кока-Кола? Давай! Стёпа, ты не против? Нет. Круто. Ну все, тогда погнали в магазин за Кока-Колой? Да. Все, дай пять. Спрайт, огурец. Ну-ка. Ну, все, берем по-любому. Да, по-любому берем. Так, давай еще возьмем маленький вот такой. Какой маленький? Вот такой. Давай. Ой, не тряси, не тряси. Так. Кока-колу или пепси? Давай лучше пепси, я больше пепси люблю. Или кока-колу? Кока-колу. Ну, вон сзади тебя. Так, подожди. И что еще? Может, фанту? О, я вижу ее, она сзади. Вон внизу, вон, смотри, большую, давай. Эту или другую? А какую тебе больше нравится? Я беру эту. Так, давай. Так. Да. Линда, она со вкусом апельсина. Вот, не липко. Есть, колу взяли. Ну и чё? Всё? Да. Ну что, мы вроде набрали всего, что можно. Вот они наши цели, наши мишени. Эй, осторожно, стол может упасть. Так, достаем, миринда. Вот такая вот Кока-Кола. Что еще? Ну-ка давай, доставай. Доставай. Степа, расставляй. Так. Еще спрайт огурец. И еще. Фанта. О, это что за фанта? Это какая? Лимонная. Да, это фанта цитрус. Ну что, пойдут такие мишени нам? Да. Сейчас мы узнаем, сможет ли наш нерф пробить эти бутылки, да? Да. Наши цели готовы. Да. Пистолеты готовы. Да. Очень опасные патроны заряжены. Да. Сейчас мы выясним, получится ли пробить Кока-Колу. Ну что, ты каким будешь стрелять? Выбирай. Вот этим. Этим маленьким, да? Ой. Так, Степа, ты какой выбираешь? Этим. О, вот это пушка. Ну что, отходим? Да. Отходим, отходим чуть-чуть. Итак, первый стреляет Степа, подожди, Дим. Давай дадим Степе стрельнуть. Так, Степа... О! Так, все. Так, Степа отстрелялся первый раз. Дима, давай, теперь ты прицелься. Ну? А, мимо. Так, давай, подходим. Так, ну что, первый выстрел был. Димон, ты какое выбираешь следующее оружие? Я выбираю это. Давай, поменяй. О, настоящий нерф. Давай. Так, ты готов? Угу. Ну-ка, проверь. Все, заряжен, молодец. Так, Степа, ты готов? Да. Давай, стреляй. Вторая попытка. Ну-ка. И огонь! О, опять промазали. Так, перезаряжаем. Еще пока никто не попал. Ну что, подошли совсем близко. Давай, Димон, твоя очередь. Давай, готов? Давай, стреляй. О! Ты... Давай. О!
Прайд тоже повержен. Степа, не подходи так близко, ты всю одежду запачкаешь. О, жесть, вот это вот выстрел был. Слушай, это же спрайт-огурец, ты пробовал его, нет? Нет. А ну-ка я попробую. Вкусный. О, вообще тема. Ну что, 1-1? Да! Круто. Так. Ты хотел фанту, а попал в колу. Ну ничего, у нас еще же есть оружие, давай. Ты сейчас чем будешь, нерфом стрелять или этим, который на батарейках, или чем? Нерфом. Нерфом, ну давай, там еще есть патрон. Давай я перезаряжу, подожди. Ну что, перезарядили? Да. Степа, ты перезарядил? Да. Так, Димон, приготовься, ты готов? Да. В что будешь стрелять? Я в фанту. Фанту? Ну давай, прицелься, давай, стреляй, когда будешь готов. Я готов. Стреляй. Очередная бутылка повержена. Так, Степа, давай, в чё стреляешь? Давай. Давай. О, мимо. Так, фанта у нас тут выливается. 2-1. Ну что, давай быстро. А, у нас еще есть непробитые. Это миринда, спрайт огурец и вон те две баночки колы. Блин, Степа, отойди, наш тебя льется. Давайте мы вот эти вот открытые уберем пока. Вау! О, ничего, она там колбасит. Так, кока-кола. Попробуй. Так, еще один уровень. Давай, подходи поближе, Дим. Следующий. У нас остались всего лишь миринда, спрайт и две кока-колы. Ты в что будешь стрелять? В миринду! В миринду? Степа, а ты во что? Спрайт. Спрайт, окей. Давай, Димон, включай свой пистолет. И... Ну, эй, давай, что, ну, о, попал, есть, миринда повержена, выключай, все, Степа, давай, ты теперь. Давай, о, попал? Нет. Так, давай, попал, но не пробил, стой. Так, давай, еще разок. Черт, Степа в этот раз промазал. Ну что, миринда у нас выбывает. Ну-ка, хочешь попробовать миринду? Степа? Так на, попробуй. Нет, нет, нет. Почему? Я не хочу. Ну-ка, Степа, на, зацени. Ну-ка, дай я. Миринда вообще вещь. Ладно, миринду убираем, она у нас выбыла. Остались у нас кока-кола и спрайт. Ну что, последние остались. Давай, кто первый стреляет? Дим, ты? Да. Так, давай, подойди поближе в этот раз. Прицелился? Угу. Давай. Есть, спрайт пробил. Степа, давай сразу. Пониже. Мимо. Давай, перезаряжай еще. Ниже. Давай, Дим, ты перезаряжай тоже. Приготовились? Степа, отойди. Попал? Нет. Нет, да, по-моему, попал. Нет, я посерединке. Давай. Нифига. Ее развернуло. Жесть. Так, давай, Степа, последняя кока-кола твоя осталась. Ну-ка, заряжай его. Так, поближе подходи. И... Все, это было все. Иди сюда. Ну что, все? Да. Ну как, Степа, кайф? Да. Ну что, на этом на сегодня все. А ты подписался на канал Рыжий Кот? Обязательно подпишись, чтобы не пропустить ничего интересного, а то кока-кола вся уйдет Степе. Да. Давай опять. Пока. Пока. Степа, пока. Да.
Видео окончено.